Если вы ноете о нем, вспоминаете, скулите, значит, вы проиграли. Надо думать о Боге, забывать про свою проблему, погружаться в отношения с Богом и побеждать судьбу силой и верой, что все будет хорошо. Вы забыли про него, Бог про него вспомнил в этот момент. Если вы о нем помните, Бог уже не вмешивается. Я плохо вас слышу. Младший сын закончил Исламский университет, он очень учился 5 лет в Боге, да, такой фанатик был. Но вот несколько лет назад он все бросил, и молитву бросил, и... Женился, значит? Женился? Не женился, но с девушкой первой. Как только мужчина с девушкой начинает общаться, то ему теряет волю, да. Расслабляет его. Он тоже даже переживает за него. Ну и ничего, он крепнет, она ему поможет стать сильным. А я говорю, что она против. Не знакомит он. Дело не в этом, против она или за. А дело в том, что женщина, когда рядом появляется, она начинает капризничать, мучить. Сначала идет медовый период, мужчину расслабляет, перестает молиться, а потом она капризничать, мучить начинает. Что тогда делать? При таких делах. Ой, спаси Аллах. Все. Сразу человек мужчина приближается к Богу рядом с женщиной, потому что она его заставляет быть сильным. Она же сама сильная не будет, она будет на него все перекладывать, в результате он крепнет. Мужчина как елочка. Сначала жена повисла. Как бы в лесу родилась елочка. Потом еще пару детей ему повесила. Растет, крепнет. В лесу она росла. Переживать — это не способ жить. Если хотите помочь, станьте крепкой. Если вы крепкая, тогда не надо переживать и сомневаться. Вы говорите, она плохая, он плохой. Побеждать надо. Говорите. Кто-то говорит, скажи, раз другой говорит. Что вы хотите от меня? Я хочу узнать, сможем помочь? Сможем помочь? Это неправильный вопрос, потому что у человека нет никаких опций не помочь, если он помогает. Жизнь не так устроена, как вы думаете. Она устроена совсем иначе. Если человек верит и помогает при этом, то приходит победа всегда. А если вы сомневаетесь, то тогда она не приходит. Это называется атеизм, хоть вы и считаете верующим человеком. Верующий человек просто трудится сердцем и побеждает судьбу, и все. Он ни в чем не сомневается. Все, моя хорошая, достаточно вопросов. Кроме вас много других людей. Я вам сказал, что делать, делайте. Рядом девушка. Трудитесь своим сердцем, не надейтесь на кого-то другого. Добренький дядя вас не спасет. Вас спасет ваша вера и молитва. Все, вперед. Здорово. А поставьте, пожалуйста, вазу. Спасибо вам большое. Спасибо. Поставьте. Ну вот здесь можете куда-нибудь. Да. Поставьте, чтобы они не вяли. В связи с тем, что я был в больнице, сейчас теряю работу, у меня такой вопрос. Что я сделала не так? В этой жизни все так. Да. В прошлое вы совершили поступок, совершили насилие над людьми, будучи мужчиной. За это ответили сейчас. Сейчас тяжелый период идет, вам тяжело работать просто. Вам Бог не отменил работу, вам просто тяжело. Все. Ну вот когда вы окрепнете, станьте покрепче, будет другая. У вас нет такого, что вы без работы должны остаться. В жизни у вас такого нет. Вам чуть-чуть надо усилия приложить, и будет работа сразу. Вы же не прилагаете усилий. Ну вот и все, видите, об этом и речь. Останавливайтесь. Спасибо.
Сзади вот девушка, вот вы, да. Альхамдулилля, очень могущественная молитва, означает Богу хвала. Да, благодарю за возможность задать вопрос. А где кто? Не, я сзади, вот девушка сзади, за вами. Вон там, да, вон. Садитесь. Он, когда выходили замуж, он уже не был женат? Но он считает эту женщину своей женой, второй, или как? Нет, он не считает. То есть он очень привязан к дочери, очень много времени проводит с дочерью, с мамой. А я не могу понять, вот. И как он с ней по-доброму общается, с любовью? По-доброму общаются. По-доброму. Угу. Ну вот, есть опасность, что он туда перейдет назад. Я не знаю. Ведь она совершает усилия вернуть мужа. У вас дети есть? Нет. Ваши опасения правильны. Но я не знаю, чем вам помочь. Молитесь, побеждает сильнейший. Если вы будете его силой отговаривать от своей бывшей жены, то он точно туда уйдет в ближайшее время. Точно, это 100%. Вам надо сейчас просто не надо обращать внимание на это, потому что, с одной стороны, как бы она имеет право его назад возвращать, это ее право перед Богом. С другой стороны, как бы он выбрал вас сейчас. Вам надо просто молиться Богу, и Бог сам все решит. Молитесь Богу. Если он в вашу сторону решит, значит, его к вам перетянет. Если в ее сторону решит, значит, туда перетянет. Сейчас его перетягивают в ту сторону. Вы правильно об этом думаете. Вот. Ну, что будет дальше, никто не знает. Все зависит от вас. Но я сейчас не хочу закончить с вами разговор. Я хочу вам дать понять, что не все так просто в этом мире и не все случайно. Давайте будем вспоминать, что было раньше. Кого вы там бросили, рассказываете? Чего думаю об этом? Ну, кого вы там бросили? И вы его бросили, да? Да, проявила инициативу. Вот за это сейчас и наказаны. И не удивляйтесь ничему, что сейчас так происходит, потому что вы наказаны. Поэтому вам надо молиться и раскаиваться в том, что вы сделали до этого, потому что вы причинили человеку серьезные страдания. За это сейчас отвечаете своей судьбой. Так всегда бывает в жизни. Если человек какой-то поступок совершает, то он за это будет отвечать. А это уже, извините, не факт, что он простил. Он может вам так сказать. Я вижу совсем другую ситуацию. Он чувствует себя растоптанным в жизни. То есть он почувствовал очень сильное с вашей стороны насилие. Сильный поступок был, жесткий очень.
Сейчас судьба с вами ведет себя точно так же. Раскаивайтесь, молитесь Богу, исправляйте свою ошибку. Хорошо? Все, мы решили с вами? Ну давайте, кто там взял, вы взяли, ну хорошо, вы тогда. У кого я отнял микрофон? Нет, нет, микрофон у кого отнял, надо ей дать, потому что женщина такое не прощает. Благодарю вас еще раз. У меня такая ситуация сейчас сложилась, то есть муж просит на сбор, ну, неожиданно это получилось. Ожиданно он обиделся на вас? Вы его задолбали? Я согласна. Ну, тут вы можете быть не согласны, но от этого ничего не меняется. Я согласна, действительно, сейчас многие вещи поговорят всегда, были в нашей лекции почти. Но дело в том, что мы живем сейчас отдельно, мы видимся каждый день. И то есть чаще инициатором с ключом является. И я не понимаю сейчас, как мне себя вести, отдаляться мне нужно или наоборот. То есть, он пытается понять, бросать вас или нет. Он до конца не понял. И сделал поступок, ну как бы очень резкий поступок сделал. И как бы... Он сейчас приходит в себя и пытается понять, что ему делать дальше в жизни. Вам надо вести себя по-доброму, ласково с ним, мысленно раскаиваться в том, что вы совершили, сделали. Ну, то есть, как бы, надо соглашаться на встречи, общаться по-доброму и молиться Богу, чтобы Бог вам дал силы сохранить семью, потому что в этой ситуации... От человека ничего не зависит. Если вы к нему привяжетесь, как бы вернись, он наоборот уйдет. Потому что он увидит вашу слабость. Если вы будете гордо себя вести, он тем более уйдет. Потому что он увидит вашу холод. Вам надо стать сильной внутри. То есть вы должны сейчас думать о Боге, а не о нем. Но при этом понимать, что вам надо сохранить семью. Потому что в своем сердце вы этого не хотите. А это очень плохой путь в жизни человека. То есть бывает так, что человек совершает плохой поступок, а близкий он, в принципе, не против. Вот вы, в принципе, не против. И поэтому Бог сейчас гневится на вас обоих. Вам надо пересмотреть свою позицию, иначе вам будет не очень комфортно жить дальше. Считаю, что от себя я вроде по максимуму делаю на данный момент. На данный момент? Да. На данный момент, да. Надо просто стать сильнее внутренне. А то, что вы по отношению к нему делаете, это по максимуму. Но я вам говорю, что надо делать сейчас по максимуму по отношению к Богу. Потому что у вас не хватает силы решить этот вопрос. Внутренней силы просто. Бывает, человек делает по максимуму, но он слаб. И результат слабый. Бывает делать по максимуму, он сильный, результат сильный. Что, если, допустим, он там решит по-другому завести отношения? Я говорю, сейчас он себя ищет, и я так полагаю, что ну, пытается с кем-то познакомиться. То есть, как, такой, ну, то есть, как, нет, вам надо стать сильной. Если вы будете сильной, то вы не поддадитесь на унижение. Он пытается вас унизить, но вы не унижайтесь, станьте сильными. Если он будет с кем-то общаться, вам надо от него дистанцироваться, прощать ему, молиться за то, чтобы Бог вернул мужа, прощать, терпеть, но не унижаться. Если вы как бы унизитесь, то вы его по-любому потеряете. Позволять предавать себя не надо. Но и сейчас нет смысла ему угрожать в этом, потому что он и так вас уже предал почти. Какой смысл с ним что-то делать? Хорошо, спасибо. Нужно решать вопросы с Богом сейчас, а не с ним. Потому что Бог, если вам даст силы, то его к вас, их вам потянет, и он будет возвращаться.
На будущее знайте, что если человек очень сильно, женщина, истерично доказывает свои права в отношениях, она всегда разрушает свою жизнь. Это не способ добиться своего. И так разрушают семьи все почти. Вы не исключение. Решили как бы его доконать, вот и доконали. Женщина сильнее психически мужчины. Если она захочет с мужчиной что-то сделать, она это сможет сделать без труда. Только вопрос, какие последствия, понимаете? Она же себе хуже делает в этом случае. Спасибо, спасибо вам большое. Станьте сильной, молитесь Богу. Его потянет к вам, несомненно. Я благодарю вас за все. Вы дали мне жизнь. Спасибо. Будьте счастливы. Спасибо вам. Спасибо. Поставьте цветочки куда-нибудь в вазу, чтобы они не вяли. Или попросите наших организаторов, чтобы они принесли еще ведро одно какое-нибудь. Поймите такую вещь, что сейчас, вот, допустим, если брать вашу силу и его, то ваши силы где-то 40%, его 60%. То есть вы не такая слабая, у вас позиция более-менее нормальная, но вам чуть-чуть не хватает. Вам надо сильно помолиться Богу, чтобы стать сильнее. Человек, когда на Бога настраивается, он наполняется силой все больше и больше и больше, и чувство, собственно, достоинства этого человека крепнет. Он в отношениях становится сильным. То есть ваш муж приходит к вам, а вы говорите: «Здравствуй, как дела?» И вы такая счастливая. Он говорит: «А что ты такая счастливая? Нашла, что ли, себе кого-то?» А вы говорите: «Он бесится, что я счастливая». Вот, это, ну, бесится мало. Мало бесится. Надо, чтобы сильнее бесился. Надо совсем стать счастливым. Он скажет: «Что, себе нашла кого-то?» Вы скажете: «Пока не нашла». И он испугается и вернется сразу. Не будем надеяться. Надо молиться и побеждать. Надеяться не надо. Спасибо вам. Все хорошо. Все в ваших руках. Сражайтесь за свою судьбу. Дальше девушка какая-то тоже схватила микрофон. Ей дайте. В своей жизни совершила много грехов, которые сейчас я делаю. Я тоже. И которые сейчас расплачиваюсь. И я тоже расплачиваюсь. 2 года назад ушла от мужа, будет здесь. Ну, это зря. 2 года назад ушла замуж. Сейчас хорошо. Муж от меня тоже уходит, но как у нас... Но это же закономерность, моя хорошая. Ну, да, я все это понимаю, но друг друга мучает сейчас семья. То есть муж у меня очень такой жесткий, тяжелый. Ну, потому что он является вашим наказанием. Какой вы были с прошлым человеком, такого вы себе и получили. А что такое, почему мы стоим? Что такое? Надо садиться всем. Садитесь, пожалуйста. Надо стоять. Или вы микрофона ждете? Что, почему? Нет, очереди у нас не будет, никаких очередей. Руки поднимают люди и... А, ну хорошо, ладно. Ну, хорошо, можете подождать. Можете подождать, не против, я не против. Как бы. Главное, чтобы я, ну, такого не было, чтобы люди на лекции стояли. Если ждете, когда середина сядет, то нормально. А вы ждете, что когда середина, они за вами встали в очередь. Остальные. За микрофоном, у них свои планы уже. А вы ручки сейчас опустите, потому что разговор идет для всех. Когда вы руки держите, вы ничего не слышите. Я все равно спрашивать не буду те, кто слишком хочет. Надо Богу доверять, что у вас с вами будет общение. Ну? Муж запретил общаться со всеми родственниками, со всеми подругами. То есть не только меня, но и их детей. То есть я как бы его послушала, не общаюсь ни с родственниками. Это правильно. Даже сестры родные.
Пока, временно. Ну, что, думала, вот смотрите, есть. Давайте так, вот смотрите, когда судьба тяжелая на человека давит, надавливает, то возникают две вещи. Первое, ощущение, что я ничего с этим не могу сделать, какая-то непреодолимая трудность. Второе ощущение, что кто-то виноват, вот он сейчас виноват, и у вас этот человек является непреодолимой трудностью. Ощущение сильной несправедливости. Вот он сейчас делает все, что положено для вас сделать. Это наказание, которое дала вам судьба. Слушайте, молчите пока. Понимаете? И сейчас не нужно думать о том, что он делает. Это тактика правильная, выполнять его требования. Но вы должны понять, что сейчас все решает не ваше выполнение его требований, а ваша молитва. Потому что когда вы будете молиться, отвлекетесь от него, то он перестанет идти на поводу вашей судьбы и злиться на вас. То есть он сейчас вас просто раздавливает как личность. Это то, что вы сделали до этого сами с человеком. Поэтому вам надо просто молиться и сделать так, чтобы судьба вас не разрушила. Потому что сейчас, даже если вы не будете ни с кем общаться, это вам все равно не поможет. Он будет дальше вас давить до тех пор, пока или вы не сбежите с него, от него, или он вас сам не выгонит или не уйдет. Понимаете? То есть нужно смягчить влияние судьбы. Нужно сейчас с Богом строить отношения, потому что все, что происходит сейчас, это его воля. Понимаете? В любом случае вы должны понять, что вам надо служить этому человеку до тех пор, пока он не будет вам благодарен. Как только благодарность появится, надо чуть-чуть от него дистанцироваться, потому что этого человека придется серьезно воспитывать. Он невоспитанный в отношениях, он жестит, ведет себя как насильник. Вот. Это значит, что его надо обломать. А это возможно только тогда, когда он будет чувствовать в вас большую потребность как в человеке. Вам надо заботиться о нем, служить. И молиться Богу о том, чтобы Он вам дал силы вот это все перенести. Самый пик вот этих трудностей будет через 3 месяца. Вот. А потом, если вы дальше справитесь с этим, ничего не сломается в отношениях, тогда постепенно он начнет смягчаться. И он будет постепенно смягчаться в течение 1,5 лет. И потом поймет, как себя правильно вести с вами. Но для этого вам надо сейчас понять, что он не является причиной ваших проблем. Ваша причина ваших проблем является тот поступок, который вы совершили. И за него вы сейчас отвечаете. Когда человек кого-то бросает, ему суждено остаться одному. Таков закон. Если вы хотите быть сильнее закона, тогда знайте, что сильнее закона тот, кто молится Богу. Молитесь, и Бог отменит этот закон для вас. Ну вот начала, но мало, надо больше. И самое главное, не думайте о муже, не считайте его причиной своих проблем. Понятно? С его родителями, то есть бабушка, дедушка, и ну, профессиональные родители. То есть они просятся отца и родителей. Сейчас будет жесть пока. Надо им объяснять, что скоро будете общаться, все нормально. Чуть-чуть надо потерпеть. Вы просто поймите такую вещь, что сейчас не будет вам пощады. 3 месяца еще нужно быть очень осторожным. Молиться, работать над собой. Ваш бывший муж, он женился? Он ждет вас? Не знаю. Он общается. Может, вам с ним поговорить? Да. Представьте, что я сейчас беременна бывшим мужем. Да, ситуация такая. Ну все тогда, обратной дороги нет. Видите, это все я специально для вас рассказываю, мои хорошие, чтобы вы думали головой своей, прежде чем дергаться. Судьба – это очень строгая штука. Она не позволяет разрушать семьи.
И сегодня об этом будем говорить на лекции. Все, молитва, терпение, побеждать судьбу. Ты из дальнейшего помочь, я могу как-то сказать? Моя хорошая. У меня просто был вопрос, что... Ваш человек этот или нет, еще не решено. Вы решили сами распоряжаться своей жизнью, вот и распорядились. Бог вас с этим человеком еще не соединил. Вы продолжаете быть, оставаться связаны со своим бывшим мужем. И вы это знаете. А вот ваш этот человек или нет, все зависит от вашей молитвы. Если вы сейчас в своем сердце будете молиться сильно, раскаиваться в том, что вы сделали, и думать о Боге, просить прощения, то тогда в этом случае ваш муж настоящий почувствует связь с вами, что вы его жена, и тогда он успокоится. Сейчас он этой связи с вами не чувствует, и поэтому он страдает, и как мужчина пытается с насилием, силой как бы вас связать с собой. А это невозможно, потому что это решает Бог. Понимаете, а Бог сейчас вас держит с вашим бывшим мужем вместе. Понятно? И вот, чтобы он что-то поменял в вашей жизни, вам нужна молитва. Человек должен быть очень осторожным в отношениях с Богом. Если нас Бог соединил с кем-то, это именно Бог соединил. Не я себе нашел человека, а Бог нас соединил. То нельзя разъединять. Это очень опасно для судьбы. Потому что Бог может не пойти на поводу наших желаний. И тогда будет жесть. Видите, человек чувствует, что вы не с ним. И поэтому с ума сходит. Он сильный мужчина, он хочет побеждать судьбу. Но не может в этом случае, поэтому он с ума сходит. Да, потому что он не чувствует связи с вами. Он не соединен с вами сердцем. Он это чувствует, поэтому с ума сходит. Раскаиваться в том, что вы сделали. Ну, пока, может быть, временно, не знаю, подчиняться, слушаться, выполнять свои требования, то есть и запреты исполнять, чтобы ограничиться от всех. Надо сделать так, чтобы он поверил, что вы ему верная жена. Успокоить его в сердце надо. Потом все вернется назад. Он когда успокоится, он вам разрешит жить нормальной жизнью. Подождите, еще не все. Как вы думаете, вот почему так происходит в жизни человека? В чем причина, как вы думаете? Я это сейчас для вас, для всех. Мы сейчас разбираем вчерашнюю лекцию. Как вы думаете, в чем причина? Я не смогла свою семью первую. Ну, не смогла, это не причина. Это как бы... Не хотела и не старалась, ничего. Нет, не, это тоже не причина. Причина другая. Причина заключается в том, что в вашем сердце жила мечта. Вы создали себе картинку, что вы хотите в жизни. И к этой картинке стремились. Помните, мы вчера говорили в лекции об этом? Человек мечтает всегда рядом со своим близким человеком что-то получше себе найти. Нашла получше? Не нашла. Вот и живите теперь с тем, кому Бог дал. Потому что все равно лучше не бывает. Никуда больше не бегите. Дальше будет еще хуже. Причина – это картинка, которую человек создает в своем сердце. Понимаете? Мечта вот эта вот. Хочу счастья за просто так. Не бывает счастья за просто так. Бог дал человека, мучайтесь с ним, пока не будет любви, не возникнет любовь. Любовь не возникает просто так сразу. Нужно трудиться сердцем.
Все будет хорошо у вас в жизни. Вы правильно настроены. Молитесь, служите мужу, будьте верны ему, подчиняйтесь. Придет время, он успокоится. Когда Бог вас соединит с ним, ниточка появится, и он сразу его расслабит. А сейчас он не чувствует связи, поэтому он так себя ведет. А будущий ребенок тоже имеет связь? Как? С ним ребенок имеет связь, ваш ребенок имеет, вы не имеете. А вы имеете с ним связь, у вас к нему связь есть, у него к вам нету связи, он не чувствует, что вы защищены его судьбой. То есть он чувствует вашу связь с тем, что было, поэтому он все обрезает, как бы пытается ваш вернуть в свою жизнь. Поняла? Вот поняла. Мы хорошие, понимаете, вот понимаем мы или нет, как этот мир устроен, от этого ничего не меняется. Вот он устроен, как он устроен. Законы, которые здесь происходят, они будут действовать. И законы такие, что Бог соединяет людей. Не я сама себе кого-то нашла, а Бог. И Он вас держит вместе, Он тратит на это силы свои божественные. Если вы разрушаете... Хорошо, дальше будет жесть. Лучше вернуться назад, если не успели. А если уже не можете вернуться, тогда надо все равно возвращаться назад в своем раскаянии, в своей молитве, чтобы этот путь назад все равно пройти до человека в сердце. Чтобы у человека в сердце было облегчение, и у вас чистота в сердце, понимание, что так нельзя делать. Даже человек ошибся, Бог может простить, но ты должен пройти свой путь назад.